Моего хозяина знают все, все. Вот вы тоже знаете. Чего вы улыбаетесь, женщина? Вы тоже знаете моего хозяина. Вот давайте вместе. У лукоморья дуб. Ну, что там дальше было? Вспоминайте. Ну, школьная программа. Ну, дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью. Что там дальше? Кот ученый. Ну, кот ученый, это же я, да? Да-да-да, это я. Все ходит по цепи кругом. Ну, это каждый кот может, да? А дальше что? Дальше что? Вспоминаем, да? Идет налево. Что делает? Слушайте, а хотите, я вам сейчас спою? Да? Сейчас. Ми-ми-ми. Только вся сметана на полу и разодранный журнал. Че, не нравится? Ну ладно, в марте я вот лучше пою. Между прочим, давайте в марте соберемся и устроим мартовский концерт. Во будет. Ну да ладно, нам надо идти дальше. А дальше что там говорится? Направо пойдет, что делает? Сказку говорит, вот. Так, а направо это куда? Туда или туда? У нас туда. У вас туда, а у меня... А, я понял, туда. Так и пойду. Идет направо. Сказку говорит. Ух, давайте-ка начнем сочинять сказку. А с чего начнем? Так. О, я знаю. С трех и начнем. Я же благодаря вам теперь умею считать. Поэтому с этого и начнем. Три девицы под окном. Так, что делали? А, играли с шерстяным клубком. А? Нет? А, пряли поздно вечерком. Точно. Ой, смотрите. Три девицы. Это что ж получается? Я что не скажу, все сбываться будет. Вот это да. Ну, надо думать, что говорить. Так. Три девицы. Так, запишем. И говорит одна девица. Кабы я была царицей. Что ты сделал, сестра? То на весь крещеный мир приготовила бы я пир. Ух ты! Ну, у нее и аппетит, а? И сметанки! Сметанки побольше надо! Так, дальше. А как бы я была царицей? Говорит вторая девица. То на весь бы мир одна, на скала бы полотна. Да. Это одеялка там, да? Подушки и так далее. Это все мягенькое, все нужное. Ой, а ты чего? Чего стоишь, стесняешься? Давай, а ты? Давай, ты скажи. Кабы я была царицей? Так. Я б для батюшки царя? Так. Родила б богатыря? Ай, что говоришь, стану, Ой, как мило. Мило и оригинально. Ну что ж, богатыря, так богатыря. Дверь только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь стороны той государь. Я стоял позади забора. Здрасте, царь батюшка, а как вы тут? Что? Ой! Вот несправедливость! Речь последняя посему полюбилась ему! Здравствуй! Красная девица! Здравствуйте! Здравствуй! Куда это? Красная девица! Кто? Ну так что же? Будь царица и роди богатыря к исходу сентября. Класс. Слышь, голубушки, сестрицы, выбирайтесь из светлицы, поезжайте вслед за мной, вслед за
мной и за сестрой. Вот одна из вас ткачиха, а другая повариха. Вот, еще Конфуций сказал, бойтесь своих желаний, ибо они исполняются. А я считаю, просто не надо желать ничего лишнего, и тогда все будет окей. В сени вышел царь-отец, все пустились во дворец. А потом... Наковать слоновые кости! Лянька, что положила? Молодых, давай же смотри! Смотри! Ну-ка, давай! Молодые! Молодых! И оставили! Одни! А царь солдат недолго собирался, тот же вечер обвенчался, а царица молодая, вдаль дела не отлагая, той же ночью... Ну? Ну? Понесла в те поры, сейчас была. Царь Салдан с женой простяся на добра коня, садяся, ей наказывал себя поберечь его любя. Между тем, как он далеко, бьется долго и жестоко, наступает срок родин! Сына Бог дал! Сына Бог им дал маршин! Вот какого! И царица над ребенком! Как орлица над орлем! Шлет с письмом она гонца, чтоб обрадовать отца. Ну вот, я и пригодился. Сейчас я пойду царисы-то принесу добрую весть, да? Я там не точно бочонок сметаны, ну точно просто. Целый бочонок сметаны, мой бой. Ой, сметана. Кисонька, сметана. Смотри, мы тебя сметаны. Кушай. И не жалко ничего, ешь, 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 так, встаем, не сидим. Я вам говорю, встаем, встаем. Встаем, все-все-все встаем. И теперь мы с вами гонцы, которые везем вот это вот письмо. Побежали на месте, бежим. Все бежим, бежим на месте. И теперь, когда я скажу кочка, подпрыгиваем, ветка, присаживаемся. Приготовились, побежали, бежим. И кочка, 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 ветка. Ветка! Кочка! Ветка! Кочка! Ветка! Кочка! Ветка! 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 Эй, девочка, не халтурь! Ветка! Ветка! Ой, я сейчас к тебе приду, же. Ты мне смотри. Ветка! Да наоборот! Ветка! Ну, во, молодец! И прибегаем! Царь Салтан! Царь Салтан! Ой! Ой-ой-ой! Ой! А здесь же как-то страшновато! За мной! За мной в бой! Я свой, ну то есть ваш, ну то есть я не знаю, что говорить. А, я кот, ну это тот самый. Ну, говори ваш... мне! Ваше коты, величество! Коты говорить умеют? Ваше величество, подожди, ну это тихо, же... Тихо, коты говорить умеют? Скажи, умеют. Ну это же... Не умеют. Скажи, кто ваше высочество? Не ври мне, коты. Я сказочный кот, я. Я! Живет он или нет, скажи нам. Да, вот у нас... Вот... Стоп, у нас был кот? Да!
ваш кот. И вообще, я вот это, царь-батюшка, письмо принес, добрую весть. И мне полагается... Мне полагается ее отдать. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да, хорошо. Читаю. Тут там же хорошо все. Вроде. Даже... Родила царица в ночь. Родила! Не то сына, не то дочь. Ой. Ой-ой-ой. Не мышонка. Ой. Не лягушку. Ой. А неведому свинюшку. Ай-яй-яй. Да нет, нет. Сейчас. Не надо. А я его узнал. Это же действительно наш кот. Ну вот, я же говорю, я ваш, наш, то есть. Вот нашему котику неси веревку. Повешать. Слышал, царь-отец, что донес ему конец, гневе начал он чудесить. И конца хотел. Повесить. Государь, да смилуйся ты, ну подумаешь, неразумно животина. Ладно. Но смягчившись на сей раз, дать концу какой наказ? Пиши. Где? Пиши. Ой, на мне пиши. Пиши. Так бы сразу и сказали. Дать царево возвращение для законного решения. Я могу идти? Да? Пока можешь, иди. Я пойду. Я пойду. Я пошел. Кот, спасибо, что живой, обнимай меня скорее! Я живой! Обнимайте! Я живой! Дружище, я живой! Обними меня скорее! У меня сегодня день рождения, понимаешь? Я это, виснеты! И сразу сметанка идет! Вот у вас! Сейчас! Все, кто говорит, не хотите? Да ладно, меня не проведешь! Я вообще все могу, да? Сметанка! Кушай! Все, еще можно? Нет! Ой, ладно! Царица! Царица! Письмо! Царица! Да! Письмо! Царя Салтана самого письмо! Радость-то какая, правда? Или своим боярам! Вот! Времени не трать, а дарма! Не надо тратить! И царицу! И приплод! Что? Тайно бросить в бездну! Вот! Какая беда! Ой, сметание! Ну ничего! Ребят, мы же с вами сказку пишем, да? Мы же сами можем придумывать сюжет, правильно? Значит, можно еще исправить, да? Так, мальчик, девочка и вы, подходите сюда, море изображать будем. Поехали, не сидим. Мальчик, беги сюда, скорее. Так, ну, а поели-то послушались, да? И царицу, и приплод в бочку посадили, засмолили и в синее море пустили. Сейчас я вам бросаю, а вы мне, окей? Приготовились? И поехали, повторяю текст со мной. В синем небе! Ну, что ты поймать не можешь, ну? Давай теперь ты. Готова? Оп! Есть! В синем небе звезды блещут, в синем море волны хлещут, туча по небу идет, бочка по морю плывет, и растет царевич там, не по дням, а по часам. И говорит царица в бочке сидя, а ну послушайте все вместе, давайте послушаем, что говорит. Давай, беги скорее. Ты волна, моя волна! Так. Плещешь ты, куда захочешь. Так. Ты морские камни точишь. Так. Топишь берег ты земли, подымаешь корабли. Не губи ты нашу душу, выплесни ты нас на сушу. Как думаешь,
море послушалась? Да, послушалась? Бочку на берег выбросила, да? И говорит царевич, бочки сидя. Как же дверь в окошко из бочки нам проделать? Ох. Сказал он, вышиб дно и вышел вон. Ох. Это что за чудеса? Какой большой ты народился, а? За два дня. Ой, что, от света глазки ломит, да? Кушать поди хочется, да? Да. Ну а что ты здесь поймаешь, найдешь-то? Остров-то пустой, один дом стоит. Хотя вон, смотри, может это, рыбки наловить, а? Зачем? Много оно есть. Не, зачем ловить? Вот лук, опа, вот стрела. Ух ты, какой смышленый, весь в отца. А стрелять-то умеешь? Ага. Ой, смотри, вон, две дерутся, две птицы дерутся. Так, погоди, там лебедь средь зыбей, коршун носится над ней. Та бедняжка так и хлещет, воду в круг мутит и блещет. Коршун когти распустил, клюв кровавый, ну, вострил. О, ну, давай, стреляй, стреляй, ну! Попал, попал! А в кого попал? В коршуна! Зря, лебедь-то вкуснее. Ладно, ладно, молчу. Коршун в море тонет и не птичьим криком стонет. Лебедь рядышком плывет, злого коршуна клюет. О, смотри, ой, подожди, лебедь белая, поверх текущих вод, она к нам плывет. Что это? Что такое, пить не будет, что ли? Что, пить будут, что ли? Вот это да. Белыми стенами. О, мама. И еще два каски церквей. И святых монастырей. Оглушительный трезвон. А теперь давайте все вместе бом. Сейчас, сейчас, сейчас. И все вместе бом. Оглушительный трезвон. Бом. Поднялся со всех сторон. Бом. Бом. Ой, смотрите. Ой, люди идут. А чё, чё, чё? Что такое? А мы ничего не делали! Это мы никакая несправедливость! Что? Сейчас. Да? Гвидон, да? Да? Что Гвидон, да? Да, покажи! Гвидон, да? Да? Гвидон! Гвидон! Они это... Они хотят, чтобы ты у них правил. Я? Да. Соглашайся. Ну, мам, соглашайся. Можно? Да. И с разрешения царицы в тот же день стал княжить он и нарекся князь все вместе. Гвидон! А народ-то веселится, видно, гвидонами хорошо правит. Ой, а тут корабль, корабль в море. Так, иди ко мне, солнышко. Беги, дружище. Поплыли.
Вначале ты плывешь на корабле, потом ты. Давай, мальчику наверх и поплыли. И повторяем текст вместе со мной. Ветер на море гуляет вместе. Ветер на море гуляет, и кораблик подгоняет. Он бежит себе в волнах, на раздутых парусах. Мимо острова Большого. Корабельщики дивятся, на кораблике толпятся. Чудо видят наяву. А теперь, ребятки, вы спецэффекты. Давайте все вместе бом сейчас. Пушки с пристани палят. Кораблю пристать велят. Пристают к заставе гости. Князь Гвидон зовет их гости. Их он кормит и поит. И ответ держать велит. Чем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Будет кто держать ответ? Ай, буду я держать ответ. Так, а теперь вы вместе, когда я заканчиваю строчку, говорите «сяй». Давайте попробуем. Буду я держать ответ. Сей! Мы объехали весь свет. Сей! Торговали соболями. Сей! Все вместе. Чернобурыми лесами. Сей! А теперь нам вышел срок. Сей! Едем прямо на восток. Сей! Мимо острова Буяна. Сей! В царстве славного Салтана. Сей! Да. Сяй. В добрый путь вам там тогда, мимо острова Буяна, царство славного Салтана, от меня ему поклон. Сяй. Гости князю поклонились, вышли вон и путь пустились. Пошли. Ну а ты чего? Чего? Опять? Ну, тятеньку хочешь видеть, да? Ну ладно, иди к лебедю, скажи, что я попросил. А вот смотри, поверх текущих вод, она сама к тебе плывет. Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему? Да что молчишь ты, не пойму. Грусть, тоска меня съедает. Одолела молодца, видеть я б хотел отца. И всего-то, вот в чем горе. Но послушай, послушай, хочешь в море полететь за кораблем? Хочешь? Будь же, князь ты, котик, помоги мне одно заклинание сделать. Будь же, князь ты, тоже быстро за ним, за Гвидоном. Он-то быстро на корабле доплывет, а мы в сказке вмиг там очутимся. Быстро втроем все развернулись. И царствие славного Салтана. Купцы! Царь-салтан! Купцы! Купцы! Ой, вы гости, господа! Долго ли ездили? Куда? Ладно ли за морем или худо? И какое в свете чудо? Мы объехали весь свет. Ну и что там? Да, ладно, давай, иди. Мальчик, иди сюда. За морем житье не худо, повторяй. За морем житье не худо. Ну, за морем. Житье не худо. Да ладно, поехали, сяй. За морем житье не худо. Сяй. Светишь, вот какое чудо. Сяй. В море остров был крутой. Сяй. Ни привальный, ни жилой.
Рост на нем дубок единый. А теперь стоит на нем новый город со дворцом, златоглавыми церквами, с теремами и садами. А сидит в нем князь Гвидон. Он прислал тебе... Сяй! Поклон! Дивлюсь я чуду. А если так, коли жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. Сяй! Знаете, вот что не безделка. Что? Ель в лесу, под елью белка. Белка песенки поет. Да орешки все грызяшка. А орешки-то знаешь какие? Какие, а? Непростые. Ну, все скорлупки какие? Да. Вот, народ говорит, батюшка, золотые. Вот. Ядра чистые. Изумруд, вот, народ, ты послушай, что говорит. Вот, что чудом-то зовут, батюшка. Да. Вот. Да. Белка, белка. Чудо царь Салтан девица. Да, да, да. Да. Девица, а комар-то злится. Комар? Злится. Комар? И укусит прям сейчас четку в правый глаз. Лови, лови. Лови, лови. А князь через окошко свой удел, через море полетел. Ну и мы, ребятки, давайте быстренько оттуда-там окажемся, а то опаздываем. Погружились. И... Ух! А князь Гвидон у синего моря ходит. Синее море глаз не сводит. Ну что ж такое-то, а? Ну, опять ты хочешь... Вот, ладно, ладно, вот, смотри, поверх текущих, вот, лебедь белая плывет. Давайте, аплодисменты, давайте, давайте. Это романтическая сцена. Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Ну что ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Да что молчишь ты? Не пойму, что она и так все знает. Тоска меня съедает. Чудо чудное завесть мне б хотелось где-то есть ель в лесу. Под елью белка. Диво, право, не безделка. Белка песенки поет, да орешки все грызет. Орешки непростые. Все скорлупки золотые, ядра чистые изумруд. Но, наверное, люди врут. Свет о белке прав, бывает. Полно, князь. Душа моя, не печалься. Рада службу оказать тебе я в дружбу. Правда? Белка плыть. Что, белка плыть? Заподрёт. При всех золотой грызет орех, и скорлупку вынимает, и изумрудец собирает, и поет при всем народе. Посадули в огороде девицу. А при белочке при всех золотой грызет орех. В общем, надо дьяка поставить строгий счет орехом вместе. Да, князю прибыль, белки честь. Ну а дальше опять купцы. Ну-ка, пушки! Пушки с пристани полят! О, все вместе! Пушки с пристани полят! О, кораблю пристать велят! Пристают к заставе гости, князь Гвидон зовет их в гости. Их он кормит и поит, и держит, ответ держать велит. Давайте поговорим. С кем вы, гости, торг ведете? И куда теперь плывете? Будет кто держать ответ? А теперь, ребят, все вместе. Давайте-ка, когда я поднимаю руку, все делаем вах. Приготовились? Буду я держать ответ. Мы объехали весь свет. Торговали мы конями. Все донскими жеребцами. А теперь нам вышел срок.
Едем прямо на восток, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана Вага. Дон. Вах. В добрый путь вам, господа, мимо острова Буяна, в царство славного Салтана. Да скажите, князь Гвидон, он прислал вах-вах, поклон. Вах-вах, он прислал вах-вах. Вах-вах или поклон? Ну да ладно, разберемся. Будем считать, что поклон. Гости князю поклонились, вышли вон и в путь пустились. Вышли вон и путь пустили. Охрана. Что ж поделаешь? Ну а дальше, дальше что происходит? Князь Гвидон, да опять к Синему морю полетел. Да, и в кого ты на сей раз ты его превратила? Ой, не поверишь ни за что на свете. В кого? Ну, угадай, такой маленькая летает. Маленькая летает. Маленькая летает. Кого? Да ты погромче скажи, ты думаешь, меня не слышно, что ли? Муха! Какая смышленая девочка! Ты волшебная, да, девочка? Точно, в муху, да? Да, как будто моя. Может быть, и он полетел опять к своему папочке. Да, полетел к папочке, запищал, полетел и запищал сюда, на море догнал. Да, ну и мы давайте, а то уже опаздываем. Повернулись. Вот. И вот, ну, там уже понятно. Пришли вах вот эти вот, да? Сказали, там белка живет ручная, да? Сазательница какая, да? Там все в том государстве богато. Терем нет, везде палаты. Все живут, да-да, богато. Вот. Ой, устал. Все, устал. Чего-то я устал. Чего я устал? Ой, да, нормально. Давай, все, давай. Я говорю, белка вах живет там. Ну вот это, как это сказать? Ручная. Да затейница какая. Да. Да белка. Вы меня слышите? Нет. Белка там живет ручная. Ну-ка. Да затейница какая? Какая? Белка орешки все грызет, да скорлупки вынимает. Яда там, понимаешь, чистый изумруд. В государстве том вообще богато живут. Изоб нет, везде палаты. Да, все там богато. Дивлюсь я чуду. Коли так? Если только жив я буду, чудный остров навещу, у Гвидона погощу. А что тут дивного? Ну вот. Иди сюда, дискай. Белка камушки грызет. Ерунда какая. Лечит золото и груды. Загребает изумруды. Этим нас не удивишь. Правду. Нет, не говоришь. В свете есть иное диво. Море. Вздуйся бурливо. Закипит. Кипите, давайте. Подымет твой. Ну же, давайте, ну помогайте. Клынет на берег крутой. И очутится на мрение. В тишине, как жар тая. 33 богатыря. Все красавцы, вот прям как будто они молодые. Великаны расписные. Все равны, как на подбор. Да вы что? А за ними... Дядька! Черномор! Черномор! Вот это да! Это диво! Вот так дедо потрогал Черномор! Да. Вот диво! Вот, батюшка, можно молвить справедливо! Справедливо! Чудо-царь Салтан дивится! Ну а муха-то сейчас вот-вот-вот-вот-вот-вот возьмет и разозлится и укусит тебя! Да на тебе в нос! Вот так вот! Лови! 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 Спокойно! Свой удел через море! Полетел. Ну и мы давайте, мы уже опаздываем. Ну а там понятно, что ну мы же опаздываем, давайте поспешим. Знаете что, вы там, как князь Гвидон, пошел к лебедю просить это чудо, правильно? Зачем вы на остров? Как? Зачем? Ну я же кот. Со мной это дети. Можно мне на остров? Опоздали чуть. Мы?
30 три богатыря. Мы остров охраняем. А где вы? Прямо здесь, в море, под водой. Будете хулиганить, выйдем и вмиг уймем. Да. Там велено остров дозором обходить. И подозрительных не пускать. Да знаете что? Меня вы пропустить обязаны, потому что эту сказку я сочинил. А хвостунов и врунов мы тем более не пускаем. Сказку сочинил Александр Сергеевич Пушкин. Мы все знаем. А вас не знаем. Ладно, Мия. Ну, детей-то хоть пустите, а? Им сказку надо досмотреть. Ребят, давайте все вместе, давайте. Пустите нас, 3-4. Пустите нас. Ну, пустите, пожалуйста, детей. Я, ладно, я хвостом вру, да. Ну, ладно, ладно, пропустим. Только бы не шумели. Ступайте, только ведите себя хорошо. Не, ну и порядки, да? Ну я ничего, я с этим, я с Гвидоном поговорю, мы этих богатырей к ногтю, да? Дай пить. А там дальше, ой, и что? А теперь-то в кого? Вот ты все пропустил. Это да. Было самое интересное. Вы как думаете, в кого я превратила его? В кого превратили? Как думаете? Вот да, самая сообразительная вот девушка точно знает. Вот читали сказку. Кто три читал раза. Сказку? В кого бы такого его можно было еще превратить? В кого? Маленький такой тоже, маленький, летает. И у него еще жало есть. О, и полосатый, полосатый. Конечно! Точно, ой, какие умные дети. Да, в шмеля он. Шмеля, шмель-то зверь серьезно, конечно. Ой, боюсь. Он в точку уменьшился, полетел и зажужжал. Кто-то на море догнал. Потихоньку опустился на корабль и щель забился. Ну и мы давайте скорее повернулись. А на богатыря не обижайся, они хорошие. Да, и к тому же они мои братья. Ну да, видел я таких хороших. Хорошие. Ладно, я это, к солдату вдруг что важное пропущу. Хотя, ну мы знаем, да, приплыли купцы, начали рассказывать про 33 богатыря. Царь солдата удивился такой, вау, какой я жив, я буду дивный остров навещу, у Гвидона погощу. А что это? Давай. Смех один, животы болеют. Кто нас этим удивит? Люди из моря выходят и себе дозором бродят. Дива я не вижу тут. А в свете есть гноет. Вот. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесть. Давай плывет, а? Давай. Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный, опечалился чему? Да что молчишь, ты не пойму. Ну что она и так все знает? Пусть тоска меня съедает. Люди женятся, гляжу, не женат лишь я. А кого же на примете ты имеешь? Да на свете, говорят, царевна есть, что не можно глаз отвесть. Сама-то величава выступает, будто пава. Месяц под рукой блестит, а во лбу звезда горит. Только полно, правда ли это? Лебедь белая молчит. Ничего не говорит. Ах, вот это драматургия! Да, такая есть девица, но жена не рукавица. С белой ручки не стряхнешь, да за пояс не заткнешь. Услужу тебе советом, слушай. Обо всем об этом пораздумай, да путем не раскаяться потом. Кто? Я теперь божиться, что пора уж мне жениться, что об этом, обо всем придумал я путем, что готов душою страстной за царевную прекрасной я
готов идти от сель хоть за 3 900 земель. Во, как сурово и жестоко, да? Зачем далек? Знай, близка твоя судьба, ведь царевна это. Государыня родная, выбрал я жену себе, дочь послушную тебе. Ты детей благослови, жить в совете и любви. Бог вас, дети, награди. Ой, ах, ребятки, князь недолго собирался, в тот же вечер обвенчался, стали жить да поживать, да приплода поджидать. А потом веселый пир пошел. Ну а что там дальше было? Дальше опять приплыли купцы. Увидели? Ой, шуму-то было. Поплыли к царю Салтану. Опять рассказали. Но я-то царя Салтана знаю. Вот он сейчас не выдержит. И сам сюда приплывет. Точно. Ну а я, ребят, пойду пока попраздную. Да, это. Ну, там вдруг сленанки дают еще. Успею, как говорится. Ой. Да все, а хватит уже вам. Царь Салтан здесь! Что? Я вижу. О, тут такое. Он глядит. Как? И узнает. В нем сыграло речевое. О, царь слезами облился. Обнимает он царицу и сынка. И молодицу! Кажется, нам пора бежать! И веселый пир пошел! Ребятки, а ткачиха с поварихой! Ловите их! Хватай! А ткачиха, хватай их! Хватай! Хватай! Хватай, говорю, убежи! Хватай сюда, иди! Ткачиха с поварихой разбежались по углам. Их нашли на силу там. Тут во всем они признались. Повинились, разрыдали. Царь от радости такой отпустил их всех домой. День прошел, царя Салтана. Уложили спать, полпьяна. Я там был, мед, пиво пил. И усы лишь омочился. А все мы вместе, это старое доброе солнце, которое дошло до наших дней. Ну и нас. Thank you.
Пушкина давайте громкие аплодисменты. Александр Сергеевич сегодня родился, и благодаря ему это замечательное произведение театр «Парабасис» сейчас для вас сыграл. Еще раз с днем рождения Пушкина, и будьте счастливы, ребятки! А вы что, сфотографироваться не хотите? Увидимся!